Какая-то странная надпись. Па-па-па-па. Вот так, вот так вот. Всем привет! Это Кактус, я продолжаю играть в игрушечку под названием Stix Master of Shadow. В прошлой серии я нашел эльфа, высокого какого-то такого, блин, налицевого, блин, говнюка, который сказал, говорит, посадит меня в кокон и вырастет из меня нового орка. Гнома или кто я там. Вот, и для того, чтобы мне вот это все сделать, мне нужно найти ему доказательство то, что Аурон, сын вот этого главана, ворует сок дерева, да, янтарь, и продает их военным. Вот так. Оп, сохранимся сейчас, оп, вот здесь вот так вот. А то они тут много как-то что-то пиздили. И еще ставит опыты над людьми. Мне это нахер не надо. Так, ну вот, я за ихними спинами, а дальше-то куда чё? Вот сюда вот, наверное, да? Давай тоже и впятим тут. Сейчас вы, ребята, все развернетесь по своим постам. И я пролезу. А может, вот туда еще пролезть? А тут нет... Нет, смотри, есть тут хера чё. Ага, тут жуки. Жуки, это плохо. Давай тогда не тут пойдем. Чё, я совсем не против. Так, а если поверху как-нибудь? А никак нельзя, да? Ладно, чё вы там разглагольствовали-то? Ну-ка, срыгнули быстро. Я пошел в Инквизитор месяц назад, а ты? Я 6 месяцев. А, ну вот, я еще могу тут пройти. Оп, цепанись. Цепанулся, красава. Цепанись. Цепанулся. Так, а я мог, да, в принципе, там пройти, а мог и тут пройти. Но что-то все равно проще от этого не становится, ни хера. Все равно жуки. И еще, вон, смотрите, черепа летают. Вообще блядство какое-то. Оп. Готово, да? Так, а чё вот этот крючок-то? Мне не нужен, да? Так, F5. Как мне вас-то подолеть? Можно же как-то тут прыгнуть-то, нет? Нельзя, да? Ну, нельзя так нельзя, пойдем. Так, а у меня и даггер-то есть, даггеры, смотри. А как так промазал-то? Нет, так дело не пойдет. Я не должен был промазать. А что же мне тогда с вами делать? Опа, хорош. Летит. Фух. Черепок мы одолели. Окей. Сохранимся. А с этими-то мне что делать? Так, давайте вот флакон жизни выпьем. Вот так. Не, серьезно, что мне с вами делать-то? Тут я тоже никак не залезу. Почему? А почему вы не убиваетесь-то? А, вы бронированные ублюдки. Блять. Бронированные жуки, а? Блин, еще эти ублюдки за мной пошли.
Вот, я от них сныкался. А дальше-то мне что делать теперь? Я же не смогу тут ничего сделать-то. Наверх, наверх, наверх! Фуф! Вот, хорош. Хорош, хорош, хорош. Смотри, всех жуков отоварил. Ну ладно, немножко меня побили и фиг с ним. В принципе, вот сюда вот мог сразу пробежать и без потери пройти. Опа. Что ж, мне так все плохо-то и плохо-то. А ты что не прыгнул-то? Ну, зашибись. Так, не-не-не-не, так дело не пойдет. Ух, сложно, тут что-то прям как-то вообще. Тут что-то даже не простенько, не сложненько, не... Тут прям просто мега что-то сложно. Так, ты же сейчас попьешь сразу, да? Так, а где ты? Опа, кто меня видит? Вон тот. А, нет, тут спит, смотри. Умер? Ой-ой-ой, кто видит? Во, нормально, опа. У меня еще один дагер остался, ага. Давай в шкаф. Хлобысь-ка. Нахлобыстили, вот. Вот это я называю уже движуха. Там еще дагер спиздим. Ты какого хрена делаешь-то? Я тебя не травил еще. А ты не сюда идешь-то? Ой, дядь Ваня. Ой, как плохо-то. Ты-ты-ты, уэх. А ты какого хрена? Ты вообще башкой крутишь-то? Шел бы и шел бы себе прямо. Так, тут я всех. Тут нет, не всех. Вот этого надо спрятать. Давай тогда тут подождем, окей, да? А давайте, знаешь, куда спрячем? Вот сюда вот. Мы тебя сейчас сюда спрячем, что тебя вообще никто не найдет. Смотри. Оп. И все. И вообще никто не найдет никогда. О, ты чё, не трогай. Так, теперь мне надо вот этого выманить. Ты уж там поблевал, нет? А. Или мне чё, подойти надо? Мне надо подойти, чтобы скрипт заработал. Где? Да, во, идет. Идет, 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 идет. Так, давай вот здесь сохранимся, чтобы больше не ждать. Сейчас он там поблюет. Может, мы его с этой стороны срежем, либо с этой стороны срежем. Смотри, с какой ты пойдешь поближе. Или вообще даггером в тебя кину. Иди сюда, наверное, смерть. Я тебя смогу так оттуда схватить? Мог. Смотри, сидит нормально так. Аккуратненько. Так, меня же не заметят тут наверху, да?
вроде не палят. Давай быстрее только. Шумный ты какой, а? Вот так. Вот так вот. Хе-хе-хе-хе. Да кто все тут, тут, да тут, тут? Да, мне вообще никого не видно. А, тут черепа, наверное, летают, да, где-то? Так, куда мне дальше-то? Давай потушим. Если что, я могу в бочку сныкаться. А, вот он. Опа! Так, ну и все, все мне, вы мне нафиг не нужны. Пойдем другой. Вот он, вот он, вот он, вот он. Он меня, по-моему, побил, да, немного? Но меньше, чем положено. Так, а это нафига крючочек? Без малейшего понятия. Вот еще один. Бежим. А, нет, смотри, он все равно побил меня тут. Охренеть. Ну ладно. Мне надо бутылок тогда побольше искать. Так, это мне маловато бутылок. Так, от черепов-то бегать. Правильно? Правильно. Так, инквизиторы наверху. Арбалетчик. И что мне с вами делать? Ко мне куда надо-то? Мне надо. Библиотека-то вон. А как мне туда-то? Так, давай вот здесь спрячемся. Обмозгуем. Оп. Так, вот здесь я не могу, смотри, тут все заколочено. Бляха, а что действительно делать-то? Так, там я только в крышку могу залезть. Чё за бляхин-мухин такой? Так, а если тебя отравить, ты же пьешь? Ты же пьешь. Давай сохранимся, если что, я могу отсюда уйти же по-тихому. Так, а плохо, а почему ты меня заметил-то вообще? Я 4 нажал. А, мне, наверное, не хватило этого. Вот так. Опа, обратно. Так, сейчас сохраняться не буду, потому что мало ли инквизитор не это. Ну, не прохерачится так, как я задумал. Прохерачится плохо. Как ты вот эта вот тележка едет на одном колесе? Как она баланс держит? Только подальше, подальше умирай. Вот да, вот за тележкой. Вот красава, вот здесь умирай. Умирай. О, красава. Так, все, можно сохраняться. Можно, да. Давай. Погоди, погоди. А как я тебя не заметил?
Попеть наверху пришел. Так, а зачем отсюда-то? Нельзя вот так пройти. Вот это пиздец. Вот это я упала. Я думал, я зацеплюсь, а ни хера. Так, ладно, ты у нас помер уже. Во, зацепился. Я, ты как меня увидел-то? Не-не-не, так дело тоже не пойдет. Так, тогда сразу с лету не прыгаем. Сейчас ты как развернешься, сразу пойдем. Да вы чё? Блять, да как так-то? Попытка номер 928. Вот так, во, нормально. Подними его только. Ух. Голова сломалась. Смотри. А, ну надо думать, я ж тебе шею сломал, блин. Так, что с этим черепом делать? Так, флакон с кислотой, метательные ножи, флакон с янтарем. А вас-то тут еще, блин, море просто. О, сейчас заметил. Фу, не заметил, смотри. Я просто вообще... Ого, я нашел дырку. Нашел лазейку, смотри. Фу. О, скорее бы смена. Ой, да вас там вдвоем ходят. Так, давай сохраним еще тут. Опа, у тебя кинжал. А кинжал мне надо. Так, жуки наверху. А мне надо... 48 туда. Так, смотри, значит, он встает, я могу убить того. А потом, когда тот пойдет, еще одного убить. Смотри, они там уже друг за дружкой ходят. Да хорош ты, смена. Так, а где лысый-то? А, вот он, да, смотри. И этот встал, прислонился, окей. Вот, сохранились и... А, погнали вот сюда. Мы сейчас вот отсюда вот срежем. Ты же пойдешь? Нет, смотри, тоже встал. И этот пошел. Ёбушки-воробушки.
Тогда знаешь как? Точно. Вот этот как только пройдет, я сразу наброшусь на второго. Так, это прошел. Все, ждем, чтобы наброситься на второго. Да кто все время так говорит-то? Какого хрена так у тебя... Да, не, ну с тобой я не справлюсь. А хотя, смотри, ему пофиг. Серьезно, ему пофиг, смотри. Он, главное, меня увидел, я тут чикаю его этих... Давай сохранимся, мне нравится, как я так прошел. Так, пойдем отсюда, а то тут мне этот уже достал, скорее бы смена. Так, нам надо наверх. Вон туда библиотека. Так, кто заметил? А, ты, да ты слепой. Тебе же пофиг. О! Кто это был? Кто тут топает? А, вот они. Так, не, это плохо, я так плохо прям залез, прям хотел по-тихому, а ни хрена не получилось у меня по-тихому. Получилось у меня как-то по-шумному. Так, уйди. А, давай посмотрим. Там жуки, да? Да, там жуки, но там, смотри, там проход какой-то классный есть. И жетон. Давай попробуем. Попробуем, почему бы нет-то. У меня два даггера есть, если что. Жуки слышат, как я дверь открываю, смотри. А он застрял, он пройти не может. Так, а что если на цыпочках? Замерли. Как же это стрёмно. Бляха. Не, короче, ради дублона туда нахуй лезть. Ради дублона туда не надо. Ради одной золотюшки. Лучше мы тогда пойдем. Это я что, я только дверь открыл? Лучше мы пойдем сюда. Лучше мы тут, где обычно. Так, знаешь что? Мне кажется, мне туда надо в инвизи прокрадываться. И вон туда сразу наверх бежать, потому что я их смогу люстрой раздавить. Во! Хорош, а люстру-то где сломать можно? А, вон она. А туда мне как? А сюда мне... Опа, стой, подожди.
Understood. Блин, неплохо. Я мог двоих раздавить. Надо так что подождать, пока он там это отойдет немного. Ну, стелса мне хватило. Я думал, мне стелса не хватит. Значит, вот здесь я просто я забрался, я сразу ушел, а я мог туда наверх запрыгнуть. Окей. Окей, окей, окей. Сейчас надо сразу наверх вот здесь вот. Вот. И ждем, пока ты пойдешь фрукты кушать. Ой, а, кстати, дублон-то я не заберу. А, нет, смотри, дублон остался. Так, давай. Угу. Угу. Жуки. Так, а что ищи? Не, плохая была идея, плохая была идея. Я хотел жука спалить, чтобы дуплом тут забрать. Захуячить жука не получилось, не, нахер. Дуплом забрали и хватит. Так, мне надо тогда еще выше, получается, да? Библиотека вон там. А зачем мне вот этот парапетик? Ну ладно, не столь важно. Оу, здравствуй. Так, осмотримся на предмет. Где-нибудь стелс прохождения. Вот, нашел. А, ни хера не нашел. Вечером поиграем, я должен вернуть тебе серебряную таблетку. А вот туда можно же? Блин, если бы можно было бы мне туда, я бы вообще прошел просто. Да туда никак, да? Да, я ж так прыгать-то не могу. Мне только тогда вон там получается, по тем. Бля, тогда нахера я наверх прыгал? Я же не смогу вот этого сверху убить, да? Давай проверим. Да, не смогу, нахер. Хе-хе-хе-хе. Срань ты, срань в шлеме. Что мне тогда с вами делать-то? Вот, и вы пока будете разговаривать, я смогу пробраться наверх. Опа, я даггер не стырил. Хорош. Я золотился на даггер. Еще бы вон янтаря бы взять. Хотя нафиг, у меня 3 флакона. Давай сохранимся, я что-то прям хорошо как-то. Вот и... Опа. Вот этого я там не ждал вообще. Так, тут на вас ничего не сбросит. Мне вот туда наверх надо, бляха. А как, если он прыгает только вот сюда вот? Черт, мимо жуков, что ли? Потому что там, да, я там никуда не могу прыгнуть. Ну, он сейчас у нас вон тот уйдет. А то он меня запалит. А почему жуки-то меня палят?
сидим, не дышим. Опа. Их тут два. Хорош, смотри, я прошел. Прям мимо жуков. Вообще красава. Эй, эй, если продашь мне янтарь со скидкой, будет 2 недели дежурить вместо тебя. Ты же знаешь ответ? Нет. Так и всегда. Да ладно, никто нас не слышит, заплачу вдвое. Мне очень нужно. Да ладно, только для тебя. Проверю свои запасы. За мной не ходи. Опа. Он за запасами пошел, а я его сейчас... Тьфу ты. Куда это я так? Где это я вообще, бляха-муха? Чё-то я как-то вообще прохожу, не знаю, куда иду, не знаю, зачем. Нет, 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 нет. Чё-то уже знакома вот такая ситуация, я где-то тоже так не мог убить чувака. Блин, а я тебя могу же просто сверху, да, взять зарезать? Нет, не могу тебя сверху зарезать. Потому что ты вот он, а я вот он. Давай тогда подождем, пока ты пойдешь наверх. Или встанешь тут. А, не, вот почему ты меня заметил. Чё ты там делаешь? Так, а чё у тебя было? Я чё-то тебя обокрасть мог. Так, мне куда вообще? Мне библиотека 15 метров. Так, знаешь, что тогда я сделаю? Я сделаю, сейчас пойду поищу его тайник все-таки. Потому что тайник это очень хорошо. А, вот библиотека. Не, тогда не пойдем, подожди, пойдем тайник посмотрим. В библиотеку-то я уйти всегда могу. А вот тайник, потому что тут уже точно его не ходит. Я только что его прирубил. Да, вот отсюда. Вон он. Так, а вот тайничок посмотреть это стоит. Так, здесь по-тихому. Вот он, ты лысый. И где же твой тайник? Где-то вот тут. А почему вот этих жуки и этих не жрут? Может, они пахнут по-другому? Чё-то они там это... Сзади. Или я не смогу, наверное, тайник открыть, потому что... Да? Да, наверное. Я не смогу тайник открыть, потому что мне не даст этот. Кнопки, не знаю, где кнопка. Нехорошо. Ну ладно, не знаю, где тайник, и ладно. Пойдем в библиотеку. А может, у него где-то тут тайник? Нет. Убить бесшумно, ага. Один раз уже убил бесшумно. Тут тоже нету.
Да, тут тоже нету. Хреноватенько. Ну ладно. Мне, в принципе, до тайника от этого. Так, вот она, библиотека. Библиотека. Библиотеку давай. 20 очков. Воспламенение. Вы можете устранить эльфа, метнув в него нож, убив его с воздуха или обрушив на него люстру. Чё, я сейчас еще буду с эльфами драться? Ничего себе. Я ж с ними заодно. Документ, 100 метров. А это мы где? А это так, я должен украсть документ для посла, и мне нужно украсть журнал для эльфа. Смотри-ка, две задачи. А, это посольство и библиотеки. Значит, документ для посла вот здесь вот, а документ для эльфа вот... А, вот, для посла. Чё? А, Б. Воспламенение. Я должен добрать документы, которые говорил эльф. Если пойду через крематорий, то легко доберусь до библиотеки. На этом раз дорогу я знаю. По словам эльфа, там можно найти все доказательства предательства Арона. Мне нужно просто отдать документы бледнокожему послу, и он раскроет Баримену планы его драгоценного сына. Как только мы приведем наш план в исполнение, между людьми начнется раздор, и тогда я смогу присоединиться к Керберу, который должен ждать меня в посадочной площадке. Так, а кто где, а где я? Кто где и где я? Я вообще не знаю. Вот это, вот здесь вот, вот здесь ручник. Здесь этот, здесь документы. А здесь что? Вот здесь перебраться на второй этаж. Понял, да? Вот так потом. А потом вот здесь вот. А, ну все, по плану идем. Потому что, смотри, галок больше нету. Значит, у меня забрать только один документ. Ладно, это мы уже в следующей серии будем делать. Да, на этом серийка заканчивается. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на паблик. Ставьте пальцы вверх, комментируйте. Рассказывайте друзьям, делитесь ссылками. До новых встреч. Пока-пока.